Любой борец, маломальский борец, первый что? Выдох, без всяких движений. Вот. А то видишь, вот плечо твое само пошло. Видишь, это тоже само пошло. Видишь? А теперь отпусти свое тело. Вот. И все. Понимаешь? А ты чего-то выдумываешь. Но выдумывай себе, нафантазируй, ты начинаешь бороться сами с собой. Мелочи, они так определяют. Да. Поэтому, как только ты даешь движение, любое движение, противник мгновенно ловит, на ударе могут поймать все, что угодно. Если он, скажем, правильно подготовлен, то скорость твоего удара не имеет значения. Там приходили ребята боксеры. Удивляются, почему они не могут попасть и падают. Вроде бы удары поставлены, и все хорошо там и так далее. Например, Петушон не верит. Даже пару моментов, что там была подработана сознание, фу, и он ушел. Да? Достаточно небольшого. Вот, видишь, я включил локоть, и вот включил. Вот такого. То есть идет. То есть там идет миллиметраж. Дед, хлопки, никаких таких взмахов рук там, то некоторые думают, что я так буду махать руками во время боя. Да нет, там все коротко. Но оно должно на большой амплитуде прописано. Когда у вас большая амплитуда прописана, делайте маленькую, но весь потенциал большой амплитуды присутствует. То есть тело включается как положено, все остальное. А вот перед, допустим, быстрым вот это вы образ прописываете? Нет. Или просто все движения, но по минимуму, советую, да? Вот эти все движения, которые вы наработали, они потом включаются не образом, да, а выдохом. У нас образ и выдох, да, воздух, стихия воздуха и образ, и образное мышление правого полушария, они в одном секторе. Поэтому... Все, то есть вот этот выдох, он все сразу включит.